Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости канала. Предлагаю вашему вниманию статью под названием «Законсервированный эмбрион мастерства». Статья написана в понедельник, 28 октября 2024 года. Итак, начинаю. А начинаю я со следующего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Беру ученики футболистов и тренеров в формате онлайн-обучения. Также буду признателен, если станете спонсором канала или просто поддержите канал в меру своих возможностей. Кнопка спонсорства или номера карточек под каждым видео. А теперь по теме. Этот эмбрион законсервирован дремучестью и ленью мировых футбольных практиков. Знаете, почему практически нет удара с 35-40 метров? Потому что удар кочергой на такой дистанции неэффективен. Мяч просто подлетит к вратарю соплей. Для эффективного удара с дальней дистанции нужен классический удар, о котором кто-то что-то слышал, но практически никто не изучал. Техника современных футболистов зрелого возраста настолько исковеркана, что переделать ее очень проблематично. Например, мне предложили поработать с одним футболистом, играющим за национальную сборную. Я уже об этом рассказывал и не раз. Несколько занятий, посвященных классическому удару, так ни к чему и не привели. Этот парень сказал, что не может вытянуть так стопу, чтобы она составила прямую линию с голенью. Мол, как я ни стараюсь, а нога все равно стремится к положению кочерги, то есть к положению стопы при ударе полуподъемом. То есть при ударе а-ля Криштиану Роналду. Это все правда, ребята. Ведь мне нет смысла врать или наговаривать. Я ведь не отстаиваю интересы какого-то конкретного клуба или страны. Я переживаю за весь мировой футбол. Может быть, поговорим об ударе шведой или пасе шведой? Показать рисунки полезности удара шведой? Я уже не раз демонстрировал востребованность удара шведой у фланговых игроков, как и демонстрировал востребованность паса шведой, когда можно не только обойти соперника искривленной траекторией полета мяча, но и с помощью такой траектории выдать мяч перед партнером, а не посылать мяч в ноги. А что с главным обманным движением, которое дает тебе возможность чувствовать себя на поле как рыба в воде? Главное обманное движение позволяет удерживать мяч в ногах даже тогда, когда тебя атакуют сразу двое соперников. О нем в подавляющем большинстве академий и школ даже не знают. А что с приемом мяча с помощью уступающего движения? Знаете, почему Мудрик ловит мяч, посланный ему с 40 метров, на подъем, и при этом мяч с ноги не падает на газон? Это не потому, что с 8-9 лет его этому научили. Это потому, что у парня способности высокого уровня. А что делать тем, у кого способности ниже? Их что, совсем обучать не нужно? А ведь мы не найдем столько мудриков, чтобы из них сформировать тысячи команд по всему миру. Получается, что футболистов нужно обучать. А обучать это не для современного футбола. Ведь там, где есть обучение, там присутствует тестирование достигнутых результатов. Вы что-то слышали о тестировании технической базы хотя бы в одной команде? И не услышите в ближайшие годы, а возможно и десятилетия. Ведь отсутствие тестирования говорит об отсутствии обучения. Все просто. Только не говорите мне о том, что в каком-то клубе тренер Василий Васильевич Пупкин протестировал дальность ударов у игроков. Это все исключение, которое ярко подтверждает правила. Знаете, почему в любой команде играть головой умеет лишь 1-2 футболиста? Опять-таки, потому что такому мастерству никто никого не обучал. Все знают об ударе в противоход, об ударе с поворотом головы, о скользящем ударе, но практика обучения этим видам удара головой отсутствует. Как вы думаете, ребята, нужен ли технический элемент, который позволяет избавиться от соперника за спиной, дышащего тебе в затылок? Ответ очевиден. Конечно же, нужен. Кто владеет этим финтом? О нем никто или почти никто не знает. Если бы я им не владел в совершенстве, извините за нескромность, то даже не заикнулся бы. За годы его практического применения не было ни единого случая, чтобы кто-то смог этому финту противостоять. Этот финт называется «слепой одноногий переступ». Его главная фишка – это скользящие по газону ножницы. И, разумеется, амплитудный ложный выпад с переносом центра тяжести на манипулирующую ногу, без которого никак. А что с ударами основанием большого пальца бьющей ноги? Посмотрите на рисунок. Этот удар точкой под номером 2. Удар полуподъемом, то есть точкой под номером 1, всем известен.
А этот удар что, никому не нужен? Как и удар шведой? Менять игроков, менее способных, на более способных, при этом последних гонять, как Сидоровых по легкоатлетическом формате, это не работа футбольного тренера. Это жалкая его карикатура. Впрочем, об этом я говорил многократно. Поговорим о вбрасываниях из-за боковой линии. Почему о вбрасывании? Потому что когда атака тормозится на несколько секунд из-за того, что штатный вбрасыватель команды находится далеко от места вбрасывания, это выглядит, как это сказать помягче, выглядит удручающе. Я уже сталкивался с тем, что в одной команде второй лиги игроки бросают мяч не далее 17 метров. И это при том, что мировой рекорд по дальности вбрасывания из-за боковой 51 метр с копейками. Я не призываю штурмовать 50-метровую дистанцию и даже 40-метровую. Фланговые игроки ростом до 180 сантиметров просто обязаны бросать мяч на 25 метров. Была бы воля тренера. Практика индивидуальных тренировок показала, что при росте в 170 сантиметров игрок абсолютно реально может вбрасывать мяч на 25 метров. Но для этого нужно несколько месяцев тренировок. А для игрока, у которого рост 180 сантиметров и выше, тридцатник – их святая обязанность. Если же собрать воедино и протестировать одних только штатных вбрасывателей, то уверен, что большинство из них не справится с дистанцией в 30 метров. Ну что, настала очередь пообщаться об элитной части футбольной техники финтах? Кроме своего канала, за всю свою жизнь я ни разу не слышал о том, чтобы кто-то из тренеров или футболистов упоминал о таком понятии, как критическое расстояние до соперника. Что это такое? Это такое расстояние, уменьшение которого всего на несколько сантиметров может привести к тому, что защитник выбьет мяч из-под ваших ног и финт будет похоронен. А старт исполнения финта за несколько десятков сантиметров до критического расстояния неизбежно приведет или к блокировке обводки, или к обводке, но с большой вероятностью потери мяча из-за возникшей борьбы с соперником. О ложном выпаде с переносом центра тяжести на ногу, делающий такой выпад, я также не слышал ни разу. Именно этот нюанс заставляет соперника верить в истинность выпада, а следовательно создавать опорную ногу, одноименную со стороной выпада. Говоря проще, если выпад сделан влево, то у соперника выпрямляется левая нога. Если вправо, то соответственно правая. О правиле двух хлопков вы слышали, ребята? Между хлопками должны быть миллисекунды. Это временной интервал между выпадом и пробросом мяча. А вы слышали о том, что финты – это достояние тех, у кого хорошо развиты голеностопы? Слышали или нет? Вы каждый день укрепляете свои голеностопы? Если нет, то я даже спрашивать не буду у вас о ваших достижениях в плане индивидуальной обводки. Когда вы в последний раз видели успешную индивидуальную обводку на малой или средней скорости? И как часто вы такую обводку видите? Если говорить о приеме жестких передач, то таким умением владеет 1-2 игрока из сотни. И владеют они таким умением не потому, что кто-то их научил, а потому, что индивидуальные способности помогли понять, как правильно принимать подобные передачи. А между тем, держу пари, что научу этому техническому элементу любого игрока, было бы у последнего желания. Диагонали. Я знаю профессионального игрока, который с 35 метров не может попасть в мишень 2 на 2 метра с мастерским коэффициентом, то есть коэффициентом 0,7. Но игроку-то нужно не просто попадать в мишень с такой дистанции, а со значительно более дальних расстояний. Посмотрите рисунок. Если учесть, что точки А и Б, где находятся игроки, расположены не на самих боковых линиях, а на несколько метров отстоят от них, как правило, то величину отрезка АБ можно принять за 55 метров. А теперь представьте, что игрок, находящийся в точке Б, рвется по флангу, ему нужно передать мяч так, чтобы он его подхватил в точке С. А точка С отстоит, допустим, от центральной линии на 20 метров. Решаем простую геометрическую задачку, чтобы вычислить длину отрезка АС. Эта диагональ АС равна 58,5 метров, грубо 60 метров. А теперь ответьте мне на вопрос. Если игрок не может 7 раз из 10 с расстояния в 35 метров попасть в мишень 2 на 2 метра, то попадет ли он в такую мишень с расстояния в 60 метров? Вам все ясно? Только дурак или негодяй может заявить, что без тренировок можно добиться точности 60-метровых диагоналей. Может быть, такие диагонали не нужны в футболе? Понятно, что вопрос провокационный. В
Все тот же дурак или негодяй заявит, что в таких диагоналях нет потребности. А теперь представьте, что партнер на противоположном фланге не стоит столбом, а движется и с немалой скоростью. То есть вам нужно сделать передачу так, чтобы учесть скорость передвижения партнера. А это уже задачка со звездочкой. Теперь вы понимаете, что шлифовка диагонали намного важнее барьерчиков, лестничек, резиночек, квадратиков и прочей фигни, которыми занимаются современные тренеры. Уверен, что все прекрасно понимают. Осталось только закатать рукава. Но закатает ли кто-нибудь? Ответ вы знаете. Сказал я уже достаточно. Говорить об игре с поднятой головой или о принятии решения до приема мяча не буду, и без этого сказано достаточно. Вывод. Техническая база для того, чтобы играть на несколько голов выше, нежели самая продвинутая современная команда, есть. Нужно только ее освоить. Вот только не желающих обучать, не умеющих это делать, что-то не просматривается. А если футбольная техника находится в эмбриональном состоянии, то и мастер-команда, команда моей мечты, также ожидает своего рождения. Когда состоится рождение? Я уже добрую сотню раз отвечал на этот вопрос. Возможно, через 5 лет, а возможно, через 500. Все в руках Господних. У меня все, пока. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и неожиданного.